Ремонтируем автомобиль, сломали в повороте опоребрик. Карбоновая деталь, дорогая. Сломалась верхняя дека, усилитель, который держит верхнюю часть кузова, скажем так. Это хобби. Хобби. Для этого нужны деньги, в первую очередь. Для того, чтобы приобрести модель, потом она усовершенствуется, настраивается. И выжимается из нее, можно сказать, все соки. Резина специальная покупается. Комплект резины, ну, гривен 300-400. Просто покрышки. Плюс диски. Все отдельно, как у настоящих. Вот, например, те, которые ездят, больше 100. Больше 100 километров. В 1957 году первые мастера спорта и первые чемпионы Советского Союза были Булыгин, Гордиенко, Медников, Лютов, Тараканов. Сейчас в основном наши ребята занимаются радиоуправляемыми моделями. У нас два мастера спорта международного класса, неоднократные чемпионы Украины, России, Белоруссии. Много мастеров спорта и кандидатов. Приглашаем Резников, Дезуглова.